Здравствуйте, друзья! Сегодня второй день нашего гречневого похудения. Прямо с утра отвариваем свежую гречку на весь день. Для этого насыпаем сухую гречку в граненый стакан 250 мл, промываем как следует, заливаем двумя стаканами холодной чистой воды и варим до рассыпчатого состояния. Можно просто с вечера залить в такой же пропорции кипятком. Не забываем натощак в той же одежде, как и в первый день, встать на весы. Смотрим, насколько вы похудели. Мой отвес составил всего лишь 0,5 кг. Затем наливаем в этот же граненый стакан чистой фильтрованной воды. Добавляем 1 столовую ложку яблочного уксуса или лимонного сока. Размешиваем и выпиваем. Запускаем тем самым организм. Ровно через 15-30 минут первый завтрак. Также четвертую часть отварной гречки и примерно 100 граммов творога. Творог берите не больше 5% жирности. Творог перемешиваем с гречкой, больше ничего другого не добавляем. Это очень вкусно и сытно. Творог – источник белка, и вы долго не захотите есть. Следующий прием – очень вкусный и витаминный. Можно использовать замороженные томаты или замороженные сладкие болгарские перцы. Больше никаких других овощей. Если нет замороженных, возьмите свежий один помидор или один перец. Все выкладываем на сухую сковороду. Закрываем крышкой. И так как овощи были замороженными, они дают много жидкости. Ничего страшного. Я добавляю свою любимую приправу. У меня это хмели-сунели. Для вкуса один измельченный зубчик чеснока. И сюда же добавляю 1/4 часть от дневной нормы отварной гречки. Но и это еще не все. Во всю эту вкуснотищу разбиваю 2 или 3 яйца. Все как следует перемешиваю. И у нас с вами получается омлет с гречкой и томатами. Блюдо нереально вкусное, особенно на диете. Душистое готовится быстро, 5-10 минут. В зависимости от того, сколько было жидкости, настолько тугой получится ваш омлет. Берем ровно половину, а вторую переложите в контейнер и храните в холодильнике в течение суток. А можно поделиться с вашей половинкой. Ешьте с удовольствием. Еще раз хочу напомнить, что обычный чай, кофе – с сахарозаменителем не запрещены на этой диете. Но, конечно же, желательно пить это за час до или за час после. Также не забываем употреблять чистую фильтрованную воду до 2 литров в день, также по необходимости. Следующий очень вкусный и витаминный прием пищи – это салат из пекинской капусты, квашеной капусты и репчатого лука. Возьмем пекинскую капусту, мелко нашинкуем, туда же добавим нашинкованный репчатый лук. Квашеная капуста, конечно же, должна быть домашнего приготовления. Я не использую при квашении сахар. Если вы склонны к отекам, то квашеную капусту не добавляем, делаем просто из пекинской капусты. Сюда добавляем чайную ложечку нерафинированного масла, любого, которое вы любите. Я добавляю подсолнечное с чесноком. А сейчас можно немножечко умять рукой, а можно просто перемешать. Такой салат я готовлю впрок и храню в холодильнике под крышкой пару дней. Используем, конечно же, не весь, а 1 пиалу. 150 граммов и также 1/4 часть отварной или запаренной гречки. Используя в пищу такие салатики, запоры вам не страшны. Следующее очень вкусное блюдо, белковое, это куриная грудка. Беру половинку, очищаю от кости, нарезаю на полоски филе и посыпаю своими любимыми специями без добавления соли. Все это выкладываю на сухую разогретую сковороду и остается грудку просто потушить. Сначала с открытой крышкой, она даст сок, перевернуть и закрыть крышкой. Тушим на среднем огне. Если грудка сухая, можно немножечко добавить водички. Почему мы не используем соль на гречневой диете? Потому как соль задерживает воду в организме и не дает похудеть. Если вы не склонны к отекам, попробуйте чуть-чуть присолить уже готовое блюдо. Но если ваш вес на следующее утро встанет, знайте, это именно от соли. Если использовать
еду без соли, спадают отеки и проходит высокое давление. Грудка готова, подаем ее также с четвертой частью отварной гречки. И перед сном в 21 час выпиваем стакан любой кисломолочки, ряженка, бифидок и все, что вы любите без красителей и без сахара. Всем приятного похудения, до завтра!